условия для всех равны, поэтому кто быстрее приспособится, тот и будет иметь преимущество, инициатива, выходит на первый план, наверное, более бойцовские качества, поэтому такого футбола, наверное, мало получится, как комбинационного. Мы будем стараться на дерби. Сергея Карасева и у Александра Пахомова, делегата и судьи, намерение сегодня сыграть этот матч. «Спартак» не хотел играть, в Аноле немножко обалдел, просто от сильного снегопада и от такой погоды в начале апреля. Ну а позиция «Локомотива» — это все-таки принимающая сторона, конечно, хотят играть, и поэтому сейчас вот все усилия бросают на уборку снега. 8:15. На улице разминаться. 8:30 играть. Давай, ребят, давай. Первый тренер сразу подбор центр поля не проиграть.